самолет. Аэропорт Сочи. Сейчас покажу по рукаву, идем. Приземлились. Сегодня 25 ноября 2023 год. Ну вот, в Сочах снега нет, а у нас снег. А да, сейчас. Жара. 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 Горы. По рукаву пройдемся. И сейчас в сам аэропорт, там тоже еще по, помню, по экскаватору вниз. Так вот, наш самолет ЮТР. Ой, собачка тоже с нами была в самолете, да, ЮТР вниз. А сколько стоит провести собачку, интересно? Все, выходим вниз. В аэропорт Сочи. Сейчас будем брать такси и в гостиницу поедем. Вот наш самолет, который мы летели. Еще. Как заглянуть такси, еще задача. Надо скачать приложение Яндекс и заказать. Все, сейчас время где-то 15:30. Наверное, скоро тоже уже будет темнеть. Все, еще идем в аэропорт. Буду надеяться, что у меня хватит зарядки. Вот еще самолет. Классный. Прилетели мы на 4 ночи. А сейчас будем жить в гостинице «Вилла Бавария». Забыла адрес. Сейчас буду искать адрес. Ехать вроде как бы не очень далеко. Или вызывать трансфер. Все, почти дошли до аэропорта. Вот еще самолетики. Вот. Тоже ЮТР. Ну вот, примерно на таком мы летели. Не знаю, не очень много народу. Ну как, много. Полностью был битком. Самолет свободных мест не было. А все, вот мы входим на выдачу багажа. Вот. И сейчас уже еще немножко. И вот там будет вход в терминал аэропорта Сочи. Прибытие терминал. А, ну тут, наверное, один эти. Это во Внуково разделен. Терминал отбытия и терминал прибытия. Все. С вами была Грикова. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся на моем канале. Все, вот этот уже самая работа. Нет, еще не сам. Мы сейчас войдем в взлетную полосу. 22 градуса сегодня в Сочи. Смотри, это 22 градуса, сегодня 25 ноября. Так, вот это я. И как? Все, уже выходим наконец-то. Где? Будут выдавать багаж. Но мы без багажа путешествуем уже давно. Потому что у нас как-то один раз в Мюнхене потерялся багаж. Когда я была с тремя маленькими детьми. Красивые пейзажи аэропорта Сочи. Все, вот здесь вот лента. Здесь люди будут ждать багаж. А я сейчас буду регистрировать нового представителя и потенциального бизнес-партнера, с которым познакомилась, пока летела из Москвы в Сочи. Вот. Новокузнецк. Вот выход в город. Все, пока-пока, увидимся на моем канале.